Это машина, почта. Посылку привезли из Австралии. Вот нашли, вплотную к нам подошли. Звонили несколько раз. Это вообще сильная услуга. Никогда не прошу ничего. Теперь кого-то вызывать, отдавать. Посылку никогда не распечатаю сам. Отдаю ее в том виде, в котором получил. Я не просил. Люди стараются сделать добро, совершенно не зная меня. Я благодарен Господу за этих людей. Но у меня такое правило. Я никогда не беру ничего из присланного. Обычно иду на почту. И там получаю, кого-то найду, у кого машина, чтобы довез оттуда. И далее он получает, отдает и уходит. Вот что-то, видимо, созванивается следующим. Сегодня у нас 16 января 2017 года. Видно, там внутри что-то делает. Попросил паспорт, заполнил. Я предупреждаю всех, ничего мне не присылать, тем более без разрешения. Бывает, где-то что-то там осталось в путешествии. Один раз было такое, ну и то другой получает, не на меня. Идти на почту, мне зачем это нужно? Если за книги, там, средства, деньги, тут вопрос тогда другой. Western Union, там, пойти получить, пойду с пенсии, там, получу в одном банке это все. Интересно, как. Зашел сюда, ну, поехал. А то было, не заходили в комнату, а там записку где-то в ворота воткнули. Это было один раз так. Мы ждали визу с Великобритании открыть. Ну, вот так. Вот он поехал. Все. Что-то еще затормозил. Yeah.